40 подарунків передало керівництво Донецької області новонародженим немовлятам Слов'янська. Привіт, 80-річчя з дня народження Донецької області. Андрій Володимирович передав нам, нашим роженицям, к 80-літтю Донецької області 40 подарунків і Сергій Валентинович, місті Деревенко Тетяна Володимировна повністю роздадуть ці подарунки, подарять ці подарунки нашим роженицям. Пелюшки для купання немовляти отримала кожна в Слов'янському пологовому будинку жінка, яка народила дитину на початку липня, саме в ті дні, коли народилася і Донецька область. Отримала подарунок і жінка з Борової, яка першу свою дитину народжувала у Слов'янську. Я хочу вас поздравить с этим чудом, с рождением вашего ребеночка, пожелать, чтобы и вы были здоровы, и он рос большим, здоровым, красивым и счастливым. И сегодня сейчас мы празднуем всю Донецкую область, так, юбилей, наверное, слышали, 80-летие Донецкой области. Да, да, да. Вот. И в качестве маленького сувенира на память об этой дате, совпало так, что у вас родился малыш, подарочек такой небольшой. Спасибо большое. Будет, вам пригодится. Спасибо, это первый. Хорошо. Мы долго его ждали, долго хотели, поэтому долго подбирали роддом, врачей, ну, остановились, да, а им назвали мы Марком Александровичем, поэтому остановились на вашем роддоме. Очень приятно, то есть, ну, неожиданно, то есть, ну, очень-очень, то есть, мы лежали, как раз кушали, поэтому, ну, так еще капризничаем, поэтому, да, очень нам приятно, неожиданно получить, родить в другой области и за это получить, грубо говоря, подарок, поэтому, конечно. Приятно очень. Спасибо большое.